звездная актриса поздравила ребенка с этим событием. Известная российская актриса Мария Миронова на своей страничке в социальной сети Instagram тепло поздравила сына, Андрея Удалова, с первой ролью в фильме. Молодой человек был задействован в съемках сериала «Наследники». Внук замечательного советского актера Андрея Миронова делает только первые шаги к покорению кинематографа. Ну вот, мальчик вырос. Быстро как, стремительно быстро. Первый дебютный фильм на экранах страны. Жги, мой дорогой. В добрый путь. Фас, сын. Любовь моя, заметила актриса. Миронов-младший очень похож на деда Андрея Миронова, мамина гордость. Кто-то будет искать похожесть, а я так скажу, он штучный, как и все мы. Светлый мальчик. У вашего мальчика есть молодость, красота и талант. Хочу пожелать ему работоспособности, здоровья и везения. Пусть он будет счастлив и успешен. Заметили в комментариях пользователи.